Тема 7. Герундий. Что такое герундий? Герундий выражает название действия и обладает признаками существительного глагола. Verb plus ing. Это у нас и есть схоже с present participle. Переводится как существительное, которое передает процесс. Например, мне нравится чтение. I like reading. Инфинитив. Мне нравится читать. Дальше. В качестве существительного можем привести пример. Eating vegetables is good for health. После определенных глаголов, такие устойчивые глаголы, как avoid, consider, continue, mind, excuse, finish, miss, practice, risk, save, stand, understand. То есть это устойчивые. Example, например, I don't mind helping you with the dishes. Дальше. После глаголов like, dislike, hate, enjoy, prefer. То есть общие предпочтения. Например, I like cooking, I like to eat a healthy breakfast. После I'm busy, it's no good, and it's not worth, can't help. Example, it's worth seeing sad film. После go, то есть физическая активность. They go skiing every winter. После предлогов he entered without knocking at the door. Тема 7 окончена.